Нас везут, здорово, КРМП, Радмир Роу, привет. Сервер, Алижанцу, дядя Жанцу. Я снова слышу Мэрилин почему-то в двух наушниках, и туда, то есть это интересный эффект. Да. Давай скажем всем привет снова еще раз. Привет еще раз, всем привет, добро пожаловать. Мы едем снимать бабки из банка, А значит, что такое? Вылетел кто-то? Горящая лада. Я понял, а что вы все ушли-то? Лада, исчадие ада, вот так можно сказать. Отлично. Пошутил, да? Мы едем сейчас снимать деньги из банка, потому что есть человек, который продаст нам дом на Рублевке за хорошие бабки. И мы хотим для вас снять рум-тур, естественно, покупку, как мы это все делаем, как это происходит. Смотри. Показать царский хором. Пыткина. А, Лыткарина, Пыткина. Пыткина поедет, заживись. Пыткина это хорошо. Пыткина это прекрасно. Наш Воронеж не догонишь, пишет Даниил. И алло, гараж, меня забыли. А, Женька забыли, Женя пропал у нас. Алло, Женёчек. Алло. Алло, меня забыли. Меня забыли. Как же так? Нормально. Наши чувства остыли. Вы меня забыли. Ёбами по голове. Что такое? Привет. Привет, я потом с тобой созвонимся, немножко занята, хорошо? А, ну пиздец, ну ладно. Тут дела решаются, брат. Пацан, нормально. Точно, прям пипец. Мне очень нравится реакция людей, такой... Знают меня. Это кто? Да ладно, это ты. Он же по делам, ну, естественно, по делам. Мы поехали. Нет, мы взяли кулиан, чтобы поехать по делам. Или по делам, ну, вот так вот, да. Все, минутка идиотизма прошла, давайте возвращаться в серьезное коммерческое бизнес-русло. Ссылки в описании под видео, заходим, играем, это третий сервер, мы здесь живем, мы здесь нашли всех наших, ну, пока еще второго нет, пока мы только в процессе покупки его. Ну, все равно будет, скорее всего. Ну, скорее всего, да. Уже в Лесном есть, но теперь Лесной это уже не канон, надо на Рублевочке теперь, но прежде чем на Рублевочку. Да. Не канон. Надо ехать в банк снимать бабло. Так, а что по машине вообще, нормально? Не, я не могу смотреть на это. Это знаешь, как вот в старом Rolls-Royce. А, это и есть Rolls-Royce. Шоколадная фабрика, точно, и Чарли. Точно, да. Ну как еще скажешь? Из шоколада. Киндер кулиан. Кулинан ли? Кулянин. Лада кулянин. Отличная модель будет скоро. Ведь смотри, они же ведь возьмут на вооружение эту фразу. Я это когда смеялся, не услышал, что хотела Мэрилин. Еще разочек. Заедем в этот банк? Давай в этот. Какая разница в какой? Там что, проценты по больше? По пути же. Там за вход 4 косаря, да. Чтобы далеко не ехать. Уже ночь настала. 4 косаря будет. Ничего страшного. Да. У меня 263 нала. У меня на хате, на балансе из-за хаты 221 косарь даже есть. Я вообще не могу еще, пацан, пока. Слушай, дом, кстати, тот надо оплатить. А, да, давай. А у меня все равно нечего платить. Я квартиры лишился, мне забрали хату. Жалко. Я на хлебник. Я катаюсь на кулинане и не живу нигде. Платить аренду киоска, заплатить за дом. Оплаченных дней 1 из 30? Че? О, пора платить. Че, блядь? Пора платить. Так, давай хотя бы на 20 заплатим. О, нормально. Остаток... Небольшой там остался, 30 лямов я, короче, снял. Вообще красота. На дом должно хватить, даже еще останется. Все. Так, ну все, давай. Я снял, короче, лям. Я положил обратно миллион на основной счет, пусть лежит. Так. Пошли. Время покупать недвижимость. Все, едем теперь на рублик. Угу. Давайте на рублик, поехали. А подожди, а почему Каролина захотела ключи от моей машины? Ну она типа супер ездок. Суперездок? Я так понимаю, да. Нет. Наверное, хочет просто покататься. Не. Ты можешь дать Каролине ключики? Она вот, видишь? Она хорошо водит. Я думаю, что нет. Я только тебе могу доверить. И дядьке. Я Каролину вообще не знаю, кто это. О, бой. Какие страсти, а? Накаляются. Наезд такой сразу. Не, ну что, я помню, там была, по-моему, другая какая-то барышня вроде, не? Не помню. Все. Кто? Сейчас она, короче, кидает его, короче, в воду и все. Как так, не знаю. Как? Не знаю. Так, Мэрилин, видимо, созванивается с клиентом. Ну, с продавцом. На подъезде. На заправке, он сказал, будет ждать. Так, ну все, наконец-то давай. На заправочке нас ждет кто там? Эрнесто или как его зовут? Нас ждет Эрнесто на заправочке?
Не Хемингуэй, конечно, но Эрнесто. Я так и знал, что шутка про Хемингуэя обязательно будет. Да, это, ну, уже это классика. Сейчас заправим настоящего топлива. И где же барыга спекулянт? Он бежит, походу. А я видел Эрнесто Баленсиагу, мы уже где-то пересекали. Ёпта, это же это скала! Да, Эрнесто скала. Пояснительная бригада. Давай, мы за тобой. Такой голос должен быть. Такой добрый. А я, подожди, мы в одном из роликов с тобой угорали, что надо добавить скалу сюда. Вот, добавили тебе скалу. Фига себе. Эрнесто такой за мной. Далеко, а тут оказаться близко. Вот этот дом наш, прямо у заправки будем жить, хорошо? Зашибись. Тачки далеко не надо будет. Собственно, вот дом. Нихера. Собственно, мы его покупаем, да? Давай сначала экскурс, хороший, ухоженный. Давай рум-тур, братан. Давай. После евроремонта. Тут, наверное, надо не евроремонт такой, а какой-то подороже. А рублевка ремонт. Рублевка ремонт, да. Сейчас открою. Рублевка ремонт, мана. Рублевка нама. Надо бы. Пойдем. Начальник мана. Ну, скажи мне, где кулиан про это будем? Татуха зачетная, братан. У меня на лице только черепушка, у тебя все плечо с рукой. У меня голова, как его рука. Блин, я за его спиной спрятаться смог, ты понимаешь? Да, там можно на концерте удобно стоять. Блин, класс. В руках. Эрнесто достал ключи от дома. Ключи. Давай я упру сиськами в его спину, мужик. Давай, давай, подтолкни его немножко. Легким движением руки открыл дверь. Ну, естественно. Да, да. Я даже не удивляюсь. А представляешь, если бы в эту игру играли, допустим, писатели? Нет. Он взял ключ, достав его из кармана, подумал о жизни. Вставил и перезадумался. Эрнесто легким движением руки. О, так нормально! Подожди, тут нормально, смотри. Да, смотри, проходим, не стесняемся. Ох, смотри, кухня какая хорошая. Смотри, какой диван. О, диван угловой, зачетный. Охренеть, да, мне тоже нравится. А, это диван-кровать, или как это называется правильно? О, я не помню, это не диван. Ну да, он короче, раскладывается. Сексодром какой-то, я так понял. Сексодром, да. О, хилка. Сексодром. Сейчас похилимся заодно. Чуть пыль на телевизоре, он пишет. Да, да это посрать, ладно. У нас же вон девчонки есть, уберут, если что. Он да, Каролину, кстати, можно попросить, чтобы вот, ключи отдать. Пускай убирается, действительно. О, сортир, смотри, раздельно, все нормально. О, а здесь Басик вместо ванной, смотри, Алижан. Давай, иду, иду, бегу. А здесь Басик вместо ванной. Все, я помылся. Надо сразу пописать, чтобы потом не пометить дом. Ты хотел пройти в эти двери, а это на ее. Да, это фейк. Кто не заправлен? Че, картинки это висят? Тигры, смотри, Будда, Мудда. О, хорошо. Нифига, спальничка хорошая. Жень, тут будешь жить с женой. Отлично, отлично, прекрасно. Синяя на полу. Смотри, кабинет летсплеечная. О, давай, есть записочная? Как чебуречная, только летсплеечная. О, тут я поставлю рядом, будем вместе. Так, перегородку поставим. Фига, Apple как раз, смотри, здесь. Нормально. Все дела. Во. Поставим. Поставим еще комп, будем стримы проводить. Рабочий кабинет. Нормально. Да, мне нравится. В принципе, неплохо. В принципе, нормально. Неплохо. О, какие книги там, ну-ка? Квантовая физика или что-то? А, это реально скала. А я не видела никогда его лицо. Офигеть. Да. Можешь подойти поближе, рассмотреть. Я думаю, не будь против. Можешь бить, пощупать. Это самый высокооплачиваемый актер. Шарковик. Смотри, как у него мышцы сокращаются, да? Реализм. Это тебе не скин Моргенштерна. Блин, а было бы классно сейчас скин Моргенштерна, да? И можно было со скалой подраться. Зашибись, хайпануть уже. Моргенштерн дерется со скалой. Да, сделал такой импровизированный ринг. Ой, смотри, здесь подвал даже вниз есть. Посмотри. О, пошли посмотрим. Красота. Здесь можно минватым, как я говорю. Обычно напихать, говорю, минватым можно, и будет тоже летсплейчная. Супер, супер. Здесь VR будем снимать, короче. Во, кстати, хорошая комната для VR. Будем донаты собирать, вот. Здесь табло повесим с донатами. Диван поставим. Играем в прятки. Можно зашкериться, хер нас кто найдет. Давай в угол встанем, вот сюда присядем. Вот, я тут спрятался, не видно же. А я вот так встал, нет, конечно. Не палит. Я могу стать так, что сиськи будут выпирать у перса. А, это секси. Мне аж плохо стало. Я забыл соленье забрать, Эрнесто. Во, отлично. О. Ну что, Эрнесто, нам, в принципе, нравится как бы. Я думаю, что на донатах, на стримах мы его отобьем. Мы здесь сделаем комнату, будем работать, играть. Что, покупаем давай? Сделка века. Конечно. Нормально. Я занят, я наберу. Кто о чем? У каждого своя это... Пройдемте, ситуации жизненные пошли. Пройдемте. Неплохо здесь плиточка так. Сейчас у нас куда? А, выйти надо.
Блин, прямо у заправки. Это вообще сок. Да, можно будет прокопать из кабинета, из этого нижнего подвала трубу к заправке и подкачивать сразу бензу себе в бак. Давай, покупаем. Гараж. Деньги я взял, бабки есть, я потом обратно в банк. Слушай, а что с гаражом? Гараж не принадлежит этому дому, что это подозрительно. Почему там какой-то Стив Мейн владелец? Дом главный наш. Владельца, и выкупить у него потом гараж. Блин, что за замуты риэлторские? Ладно. Да пофиг, купим, найдем его там в подвале, свяжем, будет сидеть. А вы как узнали, что не принадлежит мне? Так там написано, владелец Стив Мейн, гараж номер 29. Так может он по паспорту Стив Мейн, а для всех он Эрнестнома. А, маска поменял. Я такого не вижу, увы. Что-то ты странный немножко, скала. С тобой дело. Я мужик, я скала. Я скала. У меня торчат трусы из шорт. Или это шорты такие двойные? Я покупаю. Я покупаю. Я покупаю, себя покупаю. Я покупаю, я совокупаю, да? Сам. Держите покупаю, документы от сам дома. Сам выкупляю. Документы, давай, проверяй давай. Документы, чтобы по ЕГРН, но все было четко. Ты ждал документы от дома. Хорошо. Собственно, я сделал вид, что я их посмотрел, эти документы. Вот, давай, я смотрю. Давай. Да, импровизированные документы у меня перед лицом. Конечно. Конечно, все сходится. Маму все. Выпиши. Дом еще. Не заложен никуда. Куда? Маму выпиши. Да, выпиши. Сейчас выпишем. Свертухи он выпишет. Никаких нет. Иждивенцы, бомжи, цыгане, ей не проживает никто в комнатах. Чистый дом. Мало ли. Чистый дом в плане документов. А, нет, вы что? Смотри, какой культурный скала, какая культурная. Заметь, он с нами разговаривает и голову отводит. Это признак того, что он где-то юлит. Он что-то скрывает. Он что-то явно скрывает. Ой, сесть надо в автомобиль, а то сейчас пропадет твой кулинан. Да я потом вызову его. Да? Жил тут один цыган, Руслан Мазератти. Но не суть важна. Руслан Мазератти. Коня не оставил случаем? Нет, Русланчик? Русланчик. Русланчик, она коня не оставил. А что, девочки сели? А, нормально. Девочки сели. Они присели. Так. Нет, вроде. Ну что, покупай дом-то. Да, давай. Владелец. Новый владелец. Ну тогда хорошо, берем тогда. Тебе куда наличку выгружать? Сейчас КамАЗ подъедет, выгрузит. Можно в басик прям туда вылить, короче, много денег. Да. КамАЗ бабла бабла КамАЗ, КамАЗ бабла бабла. Сейчас, подожди, я посмотрю. Где-то в кармане, по-моему, было. Женек, у тебя там нет денег, посмотри, в карманах лишних 20 миллионов. Межбулок, пачки лежат. Фу. Деньги не пахнут. Так я бы не спорил бы так, конечно, ну не знаю. С 30 мультами. Так, за сколько? За 30 будет продавать, что ли, барыга? За 28 давай. А, подожди, у Эрнеста 30-ник же. Блять, да. А у меня 29. Давай, подожди. За 29. Так, подожди. О какой цене мы вообще договаривались? У меня с собой 29-200. Во, 29-200. 30. У него 30, а у Акса, который этот админ, у него слился. Бля. А, продавец слился, понятно. Я знаю, за 30, это вообще 30. Опа, торги пошли. А как? Надо торговаться. Давай 29. Давай 29, отдаю все, что есть. Все, что имею вот от сердца, отдаю прямо сейчас. Вот, прямо на ролике тебе отдаю. Можешь даже передать привет. Последний день. Последнее бабло, да. Что? А, это не нам. Я уж испугался, что он отказывается продавать нам дом. Так ну, не, поеду сниму, блядь, тот лямка. Я ж его про запас погулять, там, оторваться. Правильно. Мне ж надо будет там Тимати, там, Агузарову пригласить. То есть надо ж как-то будет. Жанночка. Да. Давай за 29. Он согласен. Естественно, я думал, это двадцатка, честно. Честно, я думал 20. Один лям из 30, это так же мелочь-то все. Подумаешь. Да. Капали, денежки капали. Куда же они капали-то, интересно? В карман скале они вот там в шорты, блядь, накапали. Смотри, где там, где мои бабки? Бабки мы где? Нет бабок. Удачи вам, хорошее вложение. Все, ты купил? Да, благодарочка тебе. Теперь хватит бабла набить татушку симметричную на другом плече. Нормально. Бля, а я бы ему шапку купил какую-то по приколу. Слушай, Эрнеста, а у тебя нет случайно какой-нибудь шапки для персонажа? Вот чисто пожать. Будённовки нет? Тут же можно разные предметы там на голову надевать. Я думаю, Будёновка хорошо бы зашла со звездой.
Какой-нибудь шапки. Нет, шапки нет. Ушанка. Блять, жалко. Смотри, у нас ушанка. Отсюда видно Газпромнефть. Вышел покурить вообще, на балкон. Да, и можно сразу... Газпромнефть. А как тебе в мой дом зайти, блядь, что не входит ни хера? Хом. А хом? Чуть никаких кнопок. Какой хом? Что ты мне рассказываешь? У меня тоже, да, стрелки нет. Это че, интересно, такой? А, улучшите его? Улучшить дом, улучшить. Бля, на какие шиши? На какие бабосы? База. Надо снимать. Так, изменить. Хом улучшение, слышь, хом? Да, я вижу. Да. И что ты будешь менять? Автоматически. У тебя денег нет. Да я, бля, 50 тысяч! Ёпта! Сейчас аптечку поставлю. А-а-а! Совместное проживание. Субсидии, я до субсидий даже не дошел еще. 55 тысяч субсидии. Хуя себе, блин. Обалдеть. Ну ладно, субсидии-то хорошо. А как тебе зайти сюда? Что-то не заходит. Ну, надо что-то там... Либо просто подойди, нажми Alt. Нажимаю. А, во, работает, все, ты ключ вставил. О, владелец за 25. А, так он еще пятерку получил, смотри, получается, да? Наварился 5 лям. Да, да, естественно. Пипец. Ну как, пятерку, конечно, 4 косаря. Ну, все равно, все на месте, вроде диван на месте, так, телек на месте. Что тут у нас? Шикарно. Порнография валяется какая-то. А где это самое, девчонки что-то не зашли к нам? Девчонки, по-моему, машину стерегут. А, тачку, думаешь, заберет он ее, да? Ну как, не заберет, но все-таки. Так, хорошо, выходим тогда. Ну то типа база, кстати. То была база. Отличная база. Слушай, а что у меня там на заднем дворе? Я даже не смотрел особо. У тебя вертолетная площадочка. Сейчас посмотрим. Может, еще басик, может, еще что? О, у тебя басик еще на заднем есть? Ёлки-палки, посмотри, а. Ты посмотри, ты посмотри. Бегу, 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 бегу. Смотри, джакузи. Басик, вертолетная площадка. Вот, па-па! Отлично. Все. Вот красота. Да. Жалко, нету этого штуки прыгать. О, можно к соседям перепрыгнуть. Оп. Можно. Кто соседи у нас? Не знаю. Ну, дом у них не хуже. По еврушне. У них какой-то готический стиль, я так смотрю. Да, у них такая хибара Гарри Поттера, знаешь. Европейский стиль такой, знаешь. Круто, слушай. Что у нас тут? Лучано Пеллегрини. Ну, мы живем прямо на выезде. Прямо вот идеальное место сходок. Так, ну да, здесь сосед Лучано Пеллегрини. 25 миллионов у него стоит дом. Да тут все такие дома, в принципе. Ну да, у нас только дизайн другой. Олег, мне надо продать квартиру. Так, поехали, дамы? Продадим мою квартиру. Поехали, 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 присаживайтесь. О, отлично. Сейчас. Давайте, все. Только вы за рулем. Не-не-не-не-не. Давай ты, ты же знаешь, куда ехать. Она уже садится, все нормально. Как мы можем быть за рулем, если мы не знаем, где у тебя квартира? Да. А, квартира. Алоэ надо делать, да? Да. Каролину! Каролина! Ты где, Каролина? Каролинушка. Начинается идиотизм. Кривляние, это кринжеватель онлайн у нас начинается лютый. Ну это нормально, это везде кринжа, это уже в тренде оно. Каролина, иди сюда. Каролинушка. Что-то Каролинушка пропала, да, походу? Она по делам, видимо, после... А с этим, знаешь, уединились с этим, со скалой. Я бы мог пошло пошутить, но я не буду. Ну да, да. Значит, смотри, мы можем, если нам надоест в лесном хата, мы ее можем продать и жить здесь. Ну, она же база вроде бы должна. Бля, я выезжаю из дома и прямо магазин Газпромнефть. Да, видишь, хорошо. Ну как тебе сказать? Ну а что тебе плохо? Не знаю. Ключики. Алло, алло, пропиши. Алло. Алло, алло, сейчас, подожди. Алло, мы ищем таланты. 5-6-6, сейчас, секочка, секочка. 5-6-6, да-да-да, она же вылетала. Секочка. Все. Чем ты там занималась, Каролина? Чем мы тебя ждали так долго? Уединялась со скалой? О-о-о, это серьезно. В бассейне. А, в бассейне. Ты в душ перед бассейном сходила? Ты знаешь главное правило бассейнов? Надо в душ ходить. Обязательно в душ. Бадамс! На-на-ра-на-ра-на! Все. Понеслась. Бедный кулинан. ДПС. Лайкнома. What's up? What's up? Ой, мусора, погнали, 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 Ух ты, какая дерзкая. Итак. Так, пока мы удираем, расскажи, почему ты продала дом на Рублевке. Очень интересно. Короче, проиграла в казино. Васька, ну мать. Вот, и решила завязать казино. И понакупить машины себе классно. Где хранить их? Такси у тебя будет, что ли? Красный свет! А сзади ТПС, да? Слышала.
Сзади ты будешь. Типа Каролина, 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 Каролина такси? Ой, Монро такси будет у тебя или что? Ездит быстрее. А, вот здесь прикольно, с Арочкой. Ты-то умер. Сарочка. Кого-то... А, сейчас быстро куда-то... погадам и к вам. Хорошо. Это два покупателя уже дерутся, да? Я перекуплю, нет, я перекуплю. Вы побежали, у меня дела. Это странно, двусмысленно сейчас выглядит со стороны. Побежали, пацаны, у меня дела. Побежали, главное, какие-то два чувака, да, бугая. Побежали, у меня дела. Эй, как дела? Как дела? Дела как? Не, Карлин, неправильно. Неправильно. Вторая попытка. Как дела? Как дела? Троллизм полный, да? Это старый Кадиллак. Нет, 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 это новый Кулиан. Отличная шутка. Уже старый. Да, 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 да. Так, а мы что сидим? Да, я тоже думаю, хуй мы сидим с тобой. Так, пошли. Мы сели, пошли повесим. Так, что-то я хотел спросить. Что там? Я могу вас прописать, кстати, себе, если что. Надо только подумать, на каких условиях можно вас вписать в свои бесценные хоромы. Как наложниц. Наложниц? Пусть порядок наводят. Ну, смотрите, за домом должен кто-то следить, правильно? Убирать, готовить, там что-то делать. Трусы с носками стирать. Да. Обязательные условия. Не, ну по Каролине так не скажешь, что она для этого как бы... Создана, да? Да. Для трусов не создана. Она еще молодая, надо отрываться, веселиться. Это кто такой? Ну-ка, подойду-ка, я поговорю с магой. Эй, мага, стать тем. Мага, стать тем. Стать тем, мага. Здравствуйте. Что-то пишет? Здравствуйте, мага. Гуччи Гэнг. Гуччи Сквад. А, я пистолет достал. Блядь, серьезно? Прошу прощения, я обознался. Эскизмя, месье, я пошел. Я слышу вас. Обознался, брат. Смотри, какие пацаны, смотри, X5 черный, Март. Семерка черная, такая бумер, о-о-о. Черный бумер, прям нормально. Все прям копченые, я смотрю. Походу все, сделка века. Все? Ну как, все, как готово? Все, готово? Что-то как-то молчит. Макс Мурзилка. Эндрю Менстери. New You. Там Олежка Брабус, Менс. Пацаны уехали, смотри, прям нормально. Нормально, все, они купили то, что хотели. Я понял. Покупатель доволен, доволен. Они купили квартиру для дома свидания, я так понимаю, да? Бордель, наверное, сделали, да? Видимо, они вдвоем. Они вдвоем просто так серьезно заехали. Я помню, в Глухаре, кто смотрел, там была тема, они делали бордель в доме прям. Вот, вот. И, а, вот плюс пишет, видишь, все правильно, я угадал. Куда едем? Куда едем? Замуж тебе выдавать. Мужики на улице, которые стоят. Куда нам ехать? Ой, меня противно. Я такая противна при выборе мужа. Они не слышат меня, я так понимаю, да? Не понял, отвезите меня. Где, на крыше поедем? Куда? В Гималайи? На Гоа. Ну да. А, ну это не в Каренце. Так, ну, чё? Мага, мага, ты разговорчивый, подай знак. Подай знак, мага. Только не выстрелом в щи, ладно? Сейчас с лобовухи снимет. Макс Музилка достал телефон. Сосоке. Чуваки не хотят говорить, куда нам ехать. Ладно, тогда мы здесь закончим и уже решим в следующей серии, куда нам отправляться дальше. Все тогда. Да, всего хорошего. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. До встречи.